Всем привет, ребята! Продолжаем наши гаражные истории. Сегодня мы займемся коробкой для Ford Sierra. Пятиступка. Я ее купил. Обошлась она очень недорого. На моей коробке, которая стоит сейчас на Форде, подушка нижняя полностью отломана. Мы там сделали как могли, но вибрация по кузову идет. И все-таки я нашел у нас в городе нормальную коробку с нормальной подушкой. И сегодня ее пока буду приводить в божеский вид. То есть почищу, где-то может что-то подкрашу и посмотрю, что там по маслу. Вот у нас сама коробочка. Вот так она выглядит. Ее немножко уже скоблили. Здесь у нее трос чисто обрезанный. Вот эта подушка, которой у меня нету. У меня именно вот в этом месте идет облом вот так. Мы здесь сделали винтик, как прикрутили на подушечку, но вибрация идет. Здесь, конечно, видите, да, как она будет легко работать. Сама коробка неплохая. Даже с подушкой. В принципе, там все вращается, никаких шумов нету. Переключается тоже нормально. Поэтому сейчас я ее зачищу. Купил красочку в баллончике. Сюда более крутую-то и не надо. Сейчас я ее почищу. Бензинчиком там протру и подкрашу. Сейчас ее немножко поскоблим ножичком, да, протрем от пыли, от всякой фигни. Так, все-таки мы ее сейчас чуть-чуть сюда переставим, чтобы не в гараж это все сыпалось. Ну и, конечно, нам поможет металлическая щетка, еще советский вариант. Сейчас мы ее тут прочистим. Немножко уже подработал, поскоблил. Вот так сейчас она выглядит у нас. Вот сколько пыли сыпется, грязи. Сейчас еще пройдусь бензинчиком, обезжирю. И потом буду наносить красочку. Все, раз, два, три, четыре, пять. Начинаем бензинчиком протирать. Тряпочка, бензинчик, смачиваем и все проходим, где можем, обезжириваем.
Ну а спонсор нашей сегодняшней покраски это, конечно, я. Красить будем вот такой красочкой. Она вроде как бы серебристая, поэтому приступаем к покраске. Ну и перед покраской обязательно взбултыхать. И начинаем красить. Все, коробка у нас покрашена. Вот так сейчас она выглядит. Вид, конечно, типа новая, красивая. Получилось здорово вполне. Поставится. Понятно, что потом она облезет. Но пока вот такого вида у меня коробочка. Осталось только ее поставить. Вот, кстати, маркировки. Здесь такая. Сюда входит стартер. Вот еще одна маркировочка. Здесь у нас на вставочке маркировочка. И вот маркировочка. И вот еще куча маркировок. Вот наша коробка в положении, в котором она находится на автомобиле. Вся покрашенная, выглядит здоровски. Осталось только ее поставить в машину. А это уже, конечно, нужно будет потрудиться. Все, коробка готова, покрашена. И на этом заканчивается наш очередной этап гаражных историй. Поэтому смотрите, подписывайтесь на канал и продолжаем жить дальше. Все, всем пока.